Ого! Смотри, как птица летает ночью! Это летучая мышь! Интересно, как она ориентируется в темноте? Отличная идея, Дибо! Устроим ночной полет! Мне понадобятся крылья и паучьи лапки! Крылья и паучьи лапки подтверждены! Активировать станцию Блиппи! Уменьшаемся! Мобиль Блиппи готов к приключениям! Оу, чьи это фары? Привет, это я, Блиппи. Я включил дальний свет, чтобы найти тебя. О, привет, Блиппи. Я мышь Мэтт. Как раз собираюсь в полет по любимому маршруту. Хочешь со мной? Конечно! Я хотел узнать, как летучие мыши ориентируются в темноте. Я покажу тебе. С одним условием, Блиппи. Никаких фар. Понял. Полетели! Ух ты! Как темно! Ветки, дерево, берегись! Оу! Блиппи, ты разве не слышал дерево? Нет, я не... Постой, ты сказал, слышал дерево? Да, я слышу все на своем пути. Осторожно, скалы. Ух ты! Как ты это делаешь? У летучих мышей есть особая способность – эхолокация. Я издаю звук, он отражается от объектов, и получается эхо. Так я могу распознать, где находятся объекты и как далеко я от них. Неужели, Дима, у тебя тоже есть эхолокация? Потому что ты собака-робот? Проверим! Ого! Полетели! Ребята, просто класс! Спасибо! А у меня есть ответ на мой вопрос. Как летучие мыши ориентируются в темноте? Благодаря эхолокации! Они издают ультразвук, он отражается от объектов и создает эхо. Так летучие мыши ориентируются в темноте. Загружай ответ, Дибо! Ну все, пора спать. Круто полетали, Блиппи и Дибо. Ты спишь вниз головой? Ого! Летучие мыши потрясающие! Пока, Мэтт!